Морские огороды разоряют браконьеры. В Хасанском районе такая ситуация уже не первый год, но убытки достигли критической отметки. До 60% высаженного материала исчезает. Какие меры предлагают власти, чтобы сохранить гребешок и устрицы, расскажет мой коллега. Зарубинская база флота – Хасанский район. Предприятие уже добрый десяток лет имеет свои участки марикультуры – гребешки, устрицы, трепанги. Но практически каждый выход к садкам на плантацию у морских фермеров не в одиночку. То, что находится на дне морском, хоть и выращено ими, фактически не является их собственностью. Алло, у тебя там на 34-м участке и на 8-м участке два катера работает. Имею в виду, если что. Грабеж морских огородов в Хасанском районе – явление многолетнее. Для предприятий марикультуры – разорительное. По оценкам специалистов, до 60% высаженного материала исчезает с морских грядок на катерах незваных визитеров. Глава края Андрей Тарасенко на встрече с новым руководителем территориального управления Росрыболовства Андреем Гинкелем ставит этот вопрос. Я буду в рыболовстве и хочу вот этот вопрос решать. Мне он очень важен. Хасанский район. Мне не нравится, потому что марикультуру грабят. Надо вместе с пограничниками как-то разговаривать и какие-то делать рейды. Ну, но постоянная основа, наверное, системная. Просто ну, да. Создавать посты, потому что рейды, наверное, не приносят того эффекта, который требуется. Ну, надо, да, надо смотреть здесь положительную практику других регионов. Если появятся постоянные посты наблюдения за морскими плантациями, то у марикультуры в Приморье может открыться перспектива, в том числе и инвестиционная. Аквакультура, морские огороды, деликатесы для сейфуд-ресторана. Наверное, только в телепередачах, да с высоких трибун эти слова и термины звучат так красиво и заманчиво. На самом деле это тяжелый труд с не очень совершенными технологиями, с не очень большими гарантиями для высоких заработков и урожаев. К примеру, для того, чтобы вырастить гребешка, нужно 3 года упорного труда. И, конечно, кому же, как не власти, защищать этот труд. Владимир Ощенко, Денис Семисинов, «Панорама».